Привет, я опять с пушистыми волосами, а это значит, что у нас обзор на новое устройство. На этот раз это Dyson Airstraight, новейший утюжок, который сушит и выпрямляет волосы одновременно. Его можно использовать и на сухие волосы, поэтому начнем с этого. Каждая настройка оснащена интеллектуальным контролем тепла, который разработан для сохранения здоровья блеска волос. Для прямых сухих волос достаточно провести всего 2 раза. Волосы получаются очень мягкими, не теряют объем и получаются блестящими и приглаженными. Давайте попробуем испытать на мокрых волосах. Мне очень понравился дисплей, целый мониторчик для включения нужного режима. Выпрямлять мокрые волосы будет достаточно дольше, чем сухие. Примерно по 3-4 раза по одной пряди. Мне очень понравились режимы. Есть обычный фен для того, чтобы просушить корни. И также есть завершающий режим для того, чтобы охладить волосы и укладка держалась дольше. Я люблю все семейство Dyson. И я очень рада, что у меня появился этот друг.